Три года назад весной дочь Надежды Сиедновой вместе с семьей купила новую квартиру. Летом справили новоселье, а уже осенью обнаружили на стенах неприятный сюрприз. Жильцы рассказали, что ремонт приходится делать два раза в год. Летом стены подсыхают, грибка не видно, однако ближе к зиме все начинается по новой. Здесь вот шкаф стоял у дочери. Это самые столько вещей, детских вещей, а мы не такие богатые, чтобы это самый вот эту вот гниль это самое, все сгнило, даже нельзя дышать этой, этой гадостью. Жильцы пытались вывести плесень самостоятельно, однако собственными силами не справились. Через некоторое время грибок вернулся. Тогда пришлось обратиться в центр ЖКХ с просьбой утеплить стены. Нам же говорил, нужно, у вас стены промерзают. Нужно утеплитель, нужно, то есть это, стены утеплять. Вскоре после этого дом перешел в ведение другой управляющей компании, представителям которой жильцы квартиры рассказали о проблеме. Вот они тогда сделали э, это самые шовчики, защекотурили шовчики, а защекотурили вот прям вот. Вот, наверное, вот брали вот цемент и бросали. Вот где дырки увидали – и побросали. Однако проблема не ушла. Жильцы снова и снова обращались в управляющую компанию, которая присылала специалистов осмотреть квартиру. Приходили, осматривали и отписку. Бумаг вон, очень много бумаг. И протоколы, и акты составляли и еще осталось. После очередного обращения жители пошли в суд. В управляющей компании нам рассказали, что осенью делали необходимые замеры. Зимой проводят мониторинг. В ближайшее время к жильцам должна приехать экспертная группа, чтобы выявить причины появления плесени. Если это действительно происходит от того, что промерзают стены, весной и летом их утеплят. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.